После неудачного обзора на Санату новую, я решил пойти в Солярис. Это лидер продаж в России. Он говорит, что лидер продаж Лада Гранта и Киа Рио. Он на четвертом месте. Коробка автомат. Третий Солярис вышел в 2011 году. А этот в 2016 году вышел. Говорит он, как вам известная Лада Веста. Штаб-квартира Hyundai находится в Сеуле, Южная Корея. Ну, в общем, ничего интересного и не поменялось. Задних боковых подушек нету. Как мы видим, багажник открывается вот таким образом. Пойдемте посмотрим. Есть. Багажник невелик. Тут есть еще ремни специально для очень ценных вещей, типа покупков на картинге. Солярис только на бензиновом двигателе. Если впереди Солярис очень высокий человек, с ростом 155 вы за ним не сядете. Так что вам не рекомендую брать. Ну, только если по городу. Для дальних поездок, типа Москва-Питер, не рекомендую. Ладно, обзор нового Соляриса закончен. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо, всем пока.